Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. И сегодня у нас такой дерзкий довольно-таки эксперимент. Мы будем соединять две колонии мессеров. Две колонии мессеров будем соединять, потому что, ну, надоели мне эти баночки, разные колонии. Вот одну колонию я буду... Та, которая вот новая пришла с маткой, а вторая, которая матка умерла. Вот сегодня попытаюсь их соединить, хотя они рекомендовали мне, говорит, рискованно, могут порвать маточку. Но что делать, попробуем, поэкспериментируем и увидим, что у нас получится. Ну что ж, давайте для начала сейчас проделаем дырочку, подсоединим вторую пробирочку и уже попробуем, что у нас пойдет или не пойдет. Значит, пробирочку мы подсоединили, и теперь давайте ожидаем, что они будут передвигаться у нас в сторону второй пробирки или нет. Так они никак не хотят переселяться, даже не хотят выдвигаться в сторону арены. Давайте сделаем принудительно. В каком-то видео я видел, чтобы создать им дискомфорт, надо нагреть их лампу или что-то, поставить какой-нибудь ночничок или чего-то, чтобы температура повышалась, им стало дискомфортно. И они переползли уже в другую пробирку, в другое место. Но это было, там было в том видео, было переселение из пробирки в пробирку. Мне же сейчас гораздо сложнее надо провести эксперимент. Мне надо из пробирки через арену, причем арена довольно-таки большая для них, и чтобы в другую пробирочку. Что ж, давайте ставим лампу, попробуем, что у нас получится из этого. Так, они не хотят вылазить. Нашел я здесь трубочку. Давайте положим трубку. Трубка сократит расстояние. В принципе, не так страшно будет. Не надо спускаться вниз, туда преодолевать это расстояние по трубке.
уже могут перелезть. Давайте поставим трубочку и посмотрим, будут ли они перелазить по трубке. Да, потихоньку движение началось, по трубке они перелазят. Давайте смотреть, что же будет дальше. Вот что получается, наша маточка туда-сюда тычется и никак, в середине трубки она застряла, не хочет она проходить дальше, пытается вылезти назад. Thank you.
что ж, давайте попробуем по-другому. Давайте попробуем принудительно ее переселить. Немного варварский метод, но ничего, зато результативно. Вот маточка у нас переселена. Муравьи себя ведут немного неадекватно, дико бросаются на матку. Так что давайте я вот их решил подморозить маленько. И смотрите, вот результат подмораживания. То есть они у меня были в морозилке ровно 7 минут. После 7 минут они вот такие вот все бездвижные. Посмотрим, что же будет дальше. Как назло, сел аккумулятор. Сел аккумулятор, не смог я доснять. Так что вот теперь доснимаю и показываю вам, что эксперимент прошел удачно. Все, переселены, готовы мураши, переселились. Прошло уже 3 дня. Все, колония в норме, все успокоились, муравьи успокоились, приняли маточку. Сейчас там тишина. Живут они своей жизнью, занимаются своими делами, так что будем продолжать следить за ними. Надеюсь, все будет хорошо и в этой объединенной колонии будет порядок. Ну что ж, оставайтесь с моим каналом, подписывайтесь, кто не подписанный, смотрите, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, до новых встреч!